Привет, дорогие друзья! Хочу поздравить вас с великим праздником, Днем Победы. Пожелать вам всего самого-самого хорошего и, самое главное, мирного неба над головой. А сейчас будет небольшой обзор из магазина Fix Price, Калантай 24.30, Санкт-Петербург. Покажу вам новинки и полезные товары в этих магазинах. Приятного вам просмотра! Небольшие стеклянные вазочки, называются Офелия. Есть белые прозрачные, зеленые и желтые. 99 рублей. С объемным рисунком. Вешалка на дверь 40 на 19,5 сантиметров. Это окрашенная сталь, все черного цвета. Крепление входит в комплект. 149 рублей. Подставка под обувь для экономии пространства. Очень удобная. Производитель Москва. 69 рублей. Две расцветки. Сюда также подвезли коврики для ванной комнаты с 3D рисунком 40 на 60 сантиметров. Все расцветки, что я вам вчера показывала, и с тюльпанчиками. И еще посмотрите, какой коврик сюда привезли с котиком. 249 рублей. В женском отделе новинка. Привезли юбки-шорты средней длины, плотненькие. Застегиваются на молнии, которые находятся в боковом шве. Нашла размеры 42 по 48. Состав 92 полиэстер и эластан. Показываю вам все расцветки. И вот эти вот шортики, которые я сейчас трогаю, самые тонкие, остальные плотные. И вот эти симпатичные, такой травяной цвет. 349 рублей. Брюки женские домашние опять привезли. Прямые, очень приятные на ощупь. Широкая резинка, 100% хлопка. Привезли те же расцветки, что я вам показывала ранее. Размеры 44 по 54. В основном клетка, есть вот такие олени-медведи. Цена 399 рублей. Симпатичный букет и швабр с отжимом, и веников. Кстати, швабры по 349 рублей. Разбирают потихонечку. Пятновыводитель спрей с активным кислородом для цветных и белых тканей 600 мл. Сейчас можно купить дешевле по карте Fix Price за 149 рублей. Также можно купить средство для чистки спрей антижир за 85 рублей по карте. Туалетное крем-мыло экзотический дуэт 4 куска по 70 граммов 99 рублей. Приятный аромат. Туалетное мыло Дуру 4 кусочка. Сейчас можно купить дешевле по карте Fix Price за 127 рублей. Крем-мыло настоящее, двойное увлажнение, зеленый чай матча, 4 куска по 75 граммов, 116 рублей. Я покупала, мне очень понравилось. Шампунь Дуру в больших бутылках, 600 мл, два разных аромата, производитель Турция, 120 рублей по карте Fix Price. Появились новые книги в мягком переплете по 199 рублей. Покажу вам все. Может быть, я уже повторяюсь. Но вот лично я их не помню. Заглянем в посудный отдел. Посмотрите, всего полным-полно. Уже все стоит, люди набрались. И тоже стала поступать посуда Люминарк, бирюзовая. Обеденная тарелочка 149 рублей. Большое блюдо 299 рублей. И суповая тарелка 149 рублей. Пока больше ничего не выставили. Очень легкий салатник из боросиликатного стекла 550 мл. Сейчас акция 133 рубля. Три рисунка. Кружка 500 мл. Толстое стекло с объемным рисунком. 74 рубля по карте Fix Price.
Набор контейнеров для еды 4 штуки. Самый маленький 630 мл, самый большой 2 литра 600. 199 рублей. Кружка 330 мл сделана из фаянса. Ручка деревянная. 124 рубля. Стаканчики неон по 55 рублей. А это моя покупка. Я просто не могла уйти без этого коврика. Я кошатница. Все, что с котиками, все мое. Магазин «Фамилия», Лондон Молл, Санкт-Петербург. Появилось очень много интересных новинок. Давайте все рассматривать и оценивать. Приятного вам просмотра. Кружечка симпатичная. 250 рублей. Посмотрим. Оригинальная. 250 рублей кружка. Так, вот такая кружечка комбинированная. 150, смотрите, есть зеленая серединка, бордовая. Маленькие кружечки для кофе. 300 рублей. Какая хорошенькая, с мишками. Ну, известный бренд. 250 рублей. Нашла с ежиком. 250. Новая тарелочка с котиком. 260 рублей. Вот еще две штучки. Новая. Ничего такое. 200. Салатник. Написано 900 рублей. Ну, это вообще странно. Жалеющие подставки. Они из мрамора. По 3000. А вот это новенькое. Смотрите, какая классная. Дерево манго. 1500. Когда появилось вот это. Это блюдо. Толстое стекло, 250 рублей. Так, салатник. Низко 300. Маленькое блюдо 120 рублей. Красивое это стекло. Так, 490 рублей. Блюдо 30 сантиметров. Вот такое оно. Блестит. Целое блюдо 300 рублей тоже. Цена понизилась. Есть вот такие оранжевые цветы. Для фруктов это стекло. Цена понизилась, 800 рублей. Так, есть вот такой цвет. Новиночка. Посмотрите, это веточки мимозы. 350 рублей. Так, вот такое блюдо. 360. Для мороженого. 130. Деревянный отдел. Вот это мне очень нравится. Вот такие подставки в виде сердца. Индия. Дерево манго. 900 рублей. 4 подставки. В коробочке. Вот их что? 4 штучки. Такие. Но я вам показывала вроде бы. 800. Могу привезти всего. Смотрите, опять такое блюдо на ножках. 2000. Манго. Индия. Столики на ножках. Также манго. Индия. 1500. Мисочки. 1000. Показывал тарелочку. Есть такой же салатник. Миска. 200 рублей. С бабочками. 200. Видела. Приятный цвет. 300 рублей. Салатник. Смотрите, какой скитон. 400 рублей. Тарелка. Большой салатник. Тяжелый. С волнистыми мятыми краями. 600 рублей. Есть вот такой цвет красивый. Это салатник, новиночка, 280. Есть розовый.
симпатичный. Такой чудесный салатничек, 260 рублей. Так, это наимечка. 250 рублей. Банка для хранения сыпучих продуктов. Здесь бамбуковая крышка, банка из керамики. И ложечка. Здесь вот такой цвет. Так, это побольше, по-моему. 300 рублей. А, здесь вот такая еще. 250. Смотрите, кто любит поярче, симпатичный салатник. 480, это уже со скидкой. Такой есть, понежнее. А этот 600 уже. Есть вот такой, 240. Так, а вот такой небольшой с птичками, 280. Так, смотрите, есть вот такой квадратный, 600 рублей. И большой 400 рублей. Вот есть такой нежный 280. Смотрите, какой, то ли кружка, то ли кувшин. Очень большой, большая. А, ну, кружка для пива, я так поняла. 150 рублей всего лишь. Керамика тяжелая. Интересная кружка с бабочками. 200 рублей, нормально. И какой классный декоративный ящик, деревянный. 950 рублей. Прямоугольный, 1200. Есть ящики с ручками, такие же. 950. Так, вижу. Так, вазочка новая, тяжелая. 300 рублей. Керамика. Это тоже новая. 300 рублей. Так, ну эти были уже. 350. Подсвечник из дерева манго. 500 рублей. Много корзин натуральных. Вот такая вот овальная. 400 рублей со скидкой. Есть большая. Смотрите, это фирма. Хорошая. Такая корзина. 800. Такая корзиночка. 350. Смотрите, какие милые котики. Так, это все дерево. Стоит 1000 рублей. Так, маленький котик сколько стоит? Маленький стоит 800 рублей. Маска. Тоже новинка. Маска, маска, маска. 1400. И какой слон красивый. Его не поднять. 3000 стоит. Статуэтка слон. О, тяжелый. И фигурка. Кит. 2000. Это дерево. Очень много шкатулок из мангового дерева. Вот, допустим, вот такая шкатулка. Так, стоит 900 рублей. Дерево манго. Смотрите. Это ручная работа. Так, это стоит 1200. Есть больше. Вот это красиво. Где? Нет цены. Здесь красивые, посмотрите, какие. Так, посмотрим. Ну нет, цены только поставили, видимо. Шкатулка дерево манго, 1000 рублей. Видите, какой интересный подсвечник, 700 рублей. Это дерево. Здесь изделие в стиле лофт, такая угловая.
Подставка 400 рублей, окрашенный металл. Вот такая подвесная корзина 500 рублей. Так, это я вам уже показывала. Четко для пола. Так, это что у нас? Дерево, просто дерево. Щетины искусственные стоит 1200, ребята. Вот так. Так, набор совок и щетка стоит здесь 400 рублей. Какой крутой здесь. Вот такой совок 700 рублей стоит. Ой. Вот такой совок огромный. Удобный, наверное. Вот с такой ручкой. Красивый. 700 рублей. Найдете? Для пыли щетка с меткой 200 рублей с телескопической ручкой. Вот вы прибавились. Так, вот такая. 800 рублей. Тяжелая вот эта. 400. И большая фигурка. Ой, не поднять. 700 рублей. Статуэтка Будды. Друзья, спасибо большое за внимание. Мы находимся в пространстве сена. Тетя. Мы очень вкусно пообедали в уютном, стильном ресторане. Пошли по магазинам посмотреть, что там такое продают стильное. Ну, нашли кроссовки 80-90 тысяч, но есть и 17 тысяч. Ну, ничего не купили. И пошли просто гулять в районе метро Садовая, Сенная площадь. Пошли на канал, посмотрели на кораблики. Друзья, вас еще раз от всего сердца поздравляю с великим праздником, Днем Победы. С вами прощаюсь. До скорой встречи. Всего вам самого хорошего и пока. Не хочу. Красиво, да? Обалдеть. Кораблики, кораблики. Здесь не плывет. Скучно. А ты пошла?